Там огромные возможности дается для таких предприятий, как ваше. И вы должны были сюда прийти и сказать, вот исходя из этого закона, мы можем делать это и будем делать это. Это огромная возможность для заработка. А вы говорите, 5 площадок. У меня вообще возникает вопрос, а зачем город такое предприятие? Вот что мы, город, с этого имеем? Что конкретно? Мы имеем финансовый доход? Нет, не имеем. Что? Работают сами на... Единственное, что дать работу... Сколько у вас работников? 37. 37 работников имеют зарплату. Все. А нужно это или нет? И головная боль, каждый раз мы слушаем какие-то проблемы. То на нашей комиссии, то на еще.